Ребята, короче, я в Ашане зашел. Сейчас вам покажу, я такую звездочку классную нашел. Смотрите, ананас. Ну, на батарейках, понятно, светится. Сейчас я включу. О. Потом фламинго. Розовый фламинго. Где он включается? Дитя заката. Розовый фламинго. Вот так вот классно смотрится, да? Вот так, вот так и вот так. Ну и фламинго вот этот не светится, но немножко по-другому. Вот они, их там целая куча, видите. 199 гривен фламинго, были 260, вот ценник. А вот эти вот по 127. Красиво смотрится. И гляньте, я еще нашел пальму. Была бы пальма другого цвета, то можно было так все 4 взять. Сейчас я вам покажу звездочку еще, которая мне понравилась. Гляньте, вот такие вот еще тоже прикольные штучки, которые вешаются на... А где липучка? А, оно просто стоит. Гляньте. А с той стороны я видел такие же самые, только они на липучках. Сейчас я вам покажу. Кактус, ананас. Тоже прикольные. Боже, какие все классные. 87 гривен. Вот она, эта звезда. Она, короче, уже с оценкой. Она была дороже. Только видите, здесь без крышки. Нету крышек. Вообще она мне очень понравилась. Вот так она будет смотреться. Красивая. И хочу показать вот эти LED светильники. Где они? А, вот эти вот. Тоже такие самые. Только видите, здесь липучка. Можно на окно вешать, можно даже на автомобиль. Но хотя на автомобиль не, потому что будет отвлекать водителя. А что, оно уже не светит? Все, уже не светит. А, это я отключил, наверное. О, видите, вот такая пальма и липучка. С липучкой. Можно на окно, можно еще куда-то там, на холодильник даже будет прикольно смотреться. Да. Тоже в таком этом сафари. Фламинго, пальма, ананас и кактус. Ну, мне нравится больше вот эти вот наставить на стол, как светильник. Хотя эти тоже прикольные. Еще такая черепаха. Ой, это что, соль или что? Это непонятно что. А, соляной, да, соляной. И вот такие еще. И шар. Тоже, наверное, соляной. Ласточки на гнездо похожи. Или вот это ласточки на гнездо. Вот эти фламинго тоже прикольные. Со скидкой уже.